И вот представьте, что это не зрительский зал, а берег реки Луары. В День защиты детей, если сильно захотеть, можно оказаться даже на французском правобережье. Именно здесь разворачиваются события сказки Шарля Перро «Красная шапочка». Сегодня актеры муниципального театра «Витражи» исполняют эту постановку для детей с ограниченными возможностями в Доме культуры «Железнодорожник». Пришли на спектакль, вот первый раз нас пригласили. Нам очень приятно. Да? Да. Очень приятно, что нас приглашают, что для нас это делают, организовывают. Праздники для детей с ограниченными возможностями организованы по всему городу. В театре кукол, например, ребятам показывали бременских музыкантов. А в Самарском доме ветеранов прошел музыкальный концерт. Сегодня 1 июня – это Международный день защиты детей. И в рамках этого мероприятия городская организация при поддержке нашей администрации, областной администрации, проводит мероприятие, посвященное этому дню. Более 200 детей будет охвачено выходом вот в свет. Кроме того, Самара отметит День защиты детей концертами, мастер-классами, показами мультфильмов и выставками. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.